Ну что, ребята, продолжаем тогда проходить с вами темный портал. Мы с вами сейчас на 37 уровне. Чувствую, здесь будет уже борода для меня, по крайней мере. Ух. Поехали смотреть, что у нас получится. Так, куда ты там разогнался, а? Орк. Фига он там воскресился. Так, вторая волна. Да куда вы нафиг пробегаете, а? Сосунки. Отлично. Так, это уровень 37 у нас. Воу-воу-воу-воу. Что это за мощные такие сундуки? Ну... Опять этот гуманоид непобедимый, да? Да нет, разбираем, разобрали. Упал такой со звоном стекляшек каких-то там. Так, а вот это мне не нравится. Что это за некроманты? Ага. Я думал сейчас, знаете, который сразу магов убивает на раз. Вот это было бы жесть. Так, кто из них тут босс у нас? Мимик? Да, мимик. Резайте, резайте друг друга, ребята. Резайте там, ё-моё. Жесть. Кто-нибудь трясанет того мага или нет? Они так и будут валяться там. Пофиг всем вообще. Ха. По барабану, блин. Лежит там, загибается. Чихать не хотели на него, блин. Пускай валяется. Малорики просто. Так, ладно. Возвращаем всех своих архаровцев на подхил. Слушайте, а яблочки-то тратятся все-таки. Уже довольно быстро начали транжириться. А сколько быстро завелись? О, 635. Так. Ладно. Ну, подхилился, давай, иди. Магичку вернем, а этих обратно в отряд. А, все, в принципе, и магичка тоже уже отхилилась. Так, ну что же, поехали тогда дальше. 772. Даже тысячи нету. А сколько у нас там самое дешевое стоит? 3500. Египетский ты карась, а. Да. А вот это я что-то не могу понять. Это что такое? 480 кристаллов. Два камня стоят столько денег? Да ладно, вы издеваетесь, что ли? А, в три раза больше темных душ. Множители не суммируются. Ха-ха-ха. Ну, вот это уже, ребята, пошел донат. Тем более целенаправленный. Ты покупаешь за 1300 вот этот камень и в три раза больше. А 1300 кристаллов, это сколько у нас? Если посмотреть... Ну, грубо говоря, обойдется вам, ну, в рублей 800. 900, где-то так. Да, 200 плюс... Почти в 900 рублей, ребята. В штуку. Вот так вот. Хочешь получать кристаллы? Плати штуку и будешь зарабатывать не 80, а по 240 за поход. Ну, таким макаром вот. Миша, вот тут 88, а в 3 раза теперь умножь. Сколько ты будешь получать? Так, да, так еще реально. А вот как мы зарабатываем сейчас по 88, это мы тут будем до посинения, блин, копить. Так. Ёлки-палки, уж больно-больно жестко началось. Я еще совсем соложонок для таких боев. Так, это что такое? Это кто там себе такой скилл повесил, а? На ускорение.
Так, опять ты, полено поганое, трухлявый пень. Куда ты щеманулся-то, эй? Смотри, что делает гнида. Магов бьет моих. Зашибись, да? И пофиг ему, что я тут стою. Так, и три голема. И орки. В придачу с ними. Так, ну здесь легко было. Кто у нас в конце поджидает? Не нравится мне вот этот загадочный ящик. Подозрительный, блин. Так. Ой, сейчас у меня воин упадет. Упал, уже упал. Но его успели отхилить. Точнее, рисануть. Ух. Так, ладно. Предположим, мы прошли 36 уровень. Так, давайте, ребята, я заберу подарки ваши. Спасибо вам большое. И надо будет вам отправить. Но получится сразу, нет? Конечно же, нет. Давай-ка так сделаем. Отлично. Да ядрить тебя на корень. Что произошло-то, а? Да ё-моё. Так. Шикандос. Так, железная борода. Дальше у нас идет Константин. Далее у нас Сергей Поздеев. Евгений Фарафонов. Евгения Коваль. Женька. Так, Кирилл Митрошин. И последние два у нас. Олд Фарк Акутагава. Александр Ярошенко. Все. Спасибо вам, ребята, еще раз за подарки. И будем, наверное, с вами вскрывать, смотреть, что из них нам выпадет. Пока ничего. Ну давай, давай, быстрее, не томи. Здесь тоже по нолям. Тоже ничего такого. Ладно, проехали. Проехали. Тут что? Специально, да? Специально подсадили на дни ресурсы, а? Вот гаденыши. Ну что ж, ничего не поделаешь, ребята. Ресурсы так ресурсы. Так, да что же мне все... Туда, к оркам. Так, подожди, у меня кто-то... А, не, у меня все хилятся. Давайте их возвращать. И попробуем далее пройти. Получится, что это за... Кто это такой? Водяной, что ли, какой-то? Блин. А где у нас вообще следующий сундук будет? Ё-моё, только на 42-м уровне. Так, уже кто-то на 48-м. Надо будет потом глянуть, кто-нибудь дойдет, интересно, до 80-го. Ну, почему-то мне кажется, что вряд ли. Там такую, наверное, жесть устроит, что... Хо-хо-хо. Только в легендарке нафиг надо будет проходить. Эту легендарку еще... О, ребята, мощи почти приравнялись к моим. Плохо это дело, плохо. Кто-то орет-то, как ненормальный. Так, тут надо не забыть, тут босс будет водяной. Да упадите вы уже все тут. Надоели. Что это такое на мне висит? Я не могу понять, что это за... Оу, тихо, 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 тихо. Хорош, нифига. Рисаните бабу мне, блин. Маги, ё-моё. Ну, неужели, неужели кто-то додумался сделать доброе дело? Так, это только четвертая волна. Так, деревья. Ладно, с деревьями мы разберемся. И водяной, да? Да, такого еще не было. Что он там делает? Звездочки что-то ловит. И отхиливается. Ого.
Что он такое странное делает-то? Ну, поддох, короче. 92. А если бы это было помноженное на 3, о, это было бы довольно внушительно уже, да? Это было бы очень хорошо. Так, ладно, сейчас они у меня похилятся. Яблочки на снегу. Так, и мы с вами дошли до 40-го. Опять тут дракон. Блин, мне бы до 42-го как-нибудь доковылять, ящик забрать. Хочу просто сундук себе взять. Так. И причем еще, ребята, плохо, что нету у меня магии. Слушайте, а до скольки у нас будет работать этот? Как его? Так, лидеры, это по кристаллам, да? С первого по третье место. Ух ты, сундук какой классный. Да, сундучок-то неплохой. Интересно, что в нем. И 1500. За четвертое по десятое место получает такой сундук и этот. С 11 по 50 место. Короче, тут по кристаллам все судится, да? Ну да, получается так. Получается так. Хотелось бы, конечно, взглянуть на награду. На элитную, эпическую или какая там. 2000 кристаллов, ё-моё, а. Так, ладно. Не будем мы о грустном, а будем бить дракона. Ну, по крайней мере, идти до него. Так, эти упали. Всё, смотри, а. Воскрешает потихоньку. Но не тут-то было. Так, здесь у нас одни урки и некромант. Давай, разбиваем. Отлично, все прошло как нельзя хорошо. Блин, боевой маг у меня сейчас упадет. На соплях там держится. Нет, надо же, подхилили его. Ненадолго, блин. Упала. Упала наша девочка там. Я надеюсь, рисануты? Рисанули, молодцы, умницы. Так, вот что это такое? Я не понимаю. Что это за выпадают какие-то странные магии? Ну, если я, например, применю ее. Ага, за меня тут вышел мимик драться, да? Ха-ха-ха. А что, прикольно, мне понравилось. Так, исследователь портала. Еще 10 кристаллов забираем. Так, ладно, давайте похилимся. Так, сколько? Всего лишь 1000 насобирал. Да. Так, ну что, надо до 42-го добраться нам и получить сундук. А там уже... А там же я не знаю, что будет. Так, погоди-ка. 191 тысяча мощей. Ё-моё, а. Ребят, ну это уже жесть. Ух, давай пошли в бой. Ё-моё, как они быстро тут разбирают. Просто загасили мага мне. Тем более это хилер был. Собака, это летучая мышь, блин, поганая, блин. Она как лучник. Только магией, по-моему, бомбит. Так, големы, да? Под прикрытием орков. Так, ну здесь вроде нормально. Легко довольно. Нет, вот обязательно надо какому-нибудь там супер-пупер с поглощением там. Так, опять энд. Голем.
Так, и последний босс сейчас наверняка будет. Кто? А, дракон. А, нет. Две мыши летучие. Блин, не нравится мне это. Затея. Оу, смотрите, как они. Они гасят. Масухой бомбили. Ну ладно, хорошо. Получили еще соточку. Блин, 3000 кристаллов нужно. На обычные, какой-то там... На обычную тряпку. Тряпку же, да? А, редкое оружие. 3500, блин. Извините меня, этих душ темных. 3500. Ебарсте, это мне... Надо 3 раза, вот сколько я сейчас прошел, еще столько же пройти. 2 раза. Круг такой, чтобы хоть что-то заработать. Да... Как-то немножко огорчает меня. А, что ребята тут пишут? Пипола. Рисовка пипола, да. Людишек, конечно, испортили. На плагиат. В суд на плагиат. На плагиат. Гриффины. Ну что вы там у меня, отхилились? Давай, возвращайтесь. Нас ждет очередной бой. Ну вот здесь... Оу! Все, это... Вот тут, наверное, уже будет крышка мне. Оу! Я уже чувствую, что тут жестяк, ребят. Первая волна уже... Одного мага нету. Да. Чувствуется, что уже очень-очень сложно идти. Так, 2 энта. Вот эти летучие мыши, блин. Просто жесть творят. Маг сейчас упадет. Нет, не упал. Со звездочками бежит. Так, 4-я волна. Оу, это вот эти вот у нас... Крохозябры. А чё мы их так быстро порвали-то? А вот этих уж уже, наверное, быстро, блин, не получится. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Хильте, хильте! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, сундук, главное, мой будет. Все. А дальше уже... Будь что будет. Так, давайте вскрывать. Что тут выпало? Магическая броня. Зачем она мне? Вот вы мне скажите, а? Магическая броня. Вот нахрена она мне нужна? Ой, ё-моё. Что у тебя тут? Сила магии. Так, это же у нас амулет выпал, да? Погоди-ка. Не то... Да, амулет. Ну это кому? Ну его и поставить-то некому. Не чтобы, блин, на магический урон там что-нибудь такое, да? Нет, магическая броня и все. Зажали, ребята, они хороших плюшек в синих сундуках. Так, ладно. Сейчас он дохилится. Ну, дальше уже будет на грани. Потому что там будет уже, наверное, за 200 мощей враги. А до следующего сундука и до полтинника дойти надо. Тут 51 уровень максимальный, кто мог пройти. 200. Отлично просто, ребята. 200 мощей всего лишь-то. Так, где у меня маг? А, воин, ё-моё. Ну что ты вот тупишь-то, а? Все время где-то бегает, прохлаждается. Давайте, пошлите это. Как его звать-то, я же забыл. Тут не пишут. При критическом здоровье оглушает всех противников. Это у нас босс будет последний, я так понимаю, да?
будет, блин, всех глушить. Так, ладно, с этими справились. Что это за магия такая выпала? Интересная, а? Наверное, воскрешать кого-то можно. Чё-то мне так кажется. Могу, конечно, и ошибиться. Ой, на пределе, ребят, идем. Бомбим, на-ка. Ну, рисанет? Рисанули. Наконец, не сплоховали. Так, но это еще не конец. Что, что тут происходит? Эх, жесть какая-то. Блин, сейчас у меня воин и упадет, а? Грохотун, блин, выбежал. Оп, он при критическом здоровье что там делает, да? Давай резаемся. Оглушает всех. Точно, ребята, оглушает всех, блин. Ну, мы его все равно заколбасим, этого говнюка. Ого! Я уж думал, сейчас все. Так, победили. Победили, блин. Так, давайте отхилимся. Ну, я так понимаю, знаете, что можно еще здесь затеять? Ведь, как бы сказать, не обязательно же проходить все время вверх, 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 вверх. Можно, например, вот... Дошли мы, например, до 44 уровня, да? И все, и здесь стопорнули. И вот проходить чисто этот уровень и набивать каждый раз по 112 камней за проход. Вот представьте, чтобы 1000 мне набить, мне нужно 10 раз пройти. 10 раз. Да. Это только на 1000, а мне нужно 2500. Неплохо, да? Проблема, конечно же. 205 мощей. Вот так вот. Вот эти вот уроды меня просто смущают. Да успокойтесь вы нафиг, а. Вот хиллер у меня очень мало хилит. Совсем помаленьку. Ну куда вы тут прыгуны собрались бежать? Заныли. Так, кто? Понятно, опять этот маг здесь. Черт подери. Давай, 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 давай. Смотри, что лучник делает, а? Сопляжуй. Завалил мне все-таки мага. Ну вы бы еще его в центре поля бы рисанули бы мне, блин. Молодцы. Красавцы просто. Так, и кто у нас тут босс? Ага, дерево опять это. Дерево поганое. Со своей массовой атакой. Магической, да? Так, ну что же, ладно, хорошо. Здесь мы прошли. Повезло нам. Просто повезло. Теперь отхиливаться надо по полной программе, опять же. Так. Забираем все. Яблочки подходят к концу. Ну. Так, и сколько я уже насобирал? 1500. Только лишь 1500. Ой, жесть. Фига, кто-то дошел до 160-го. А, это кристаллов, елки-палки. Блин, у меня вот эта вот, конечно, картинка вообще убивает. Одни боссы. Причем в конце, на 80-м, сам повелитель бездны будет.
Жесть. Так вот, ребятушки. Значит, он уже, по идее, вот-вот скоро должен появиться у нас в игре основной сюжет. И вот по поводу вот этого портала. Когда он будет еще открываться в следующий раз? Я думаю, это многим интересно. Так. Поехали, попробуем. Берут меня сомнения, что мы здесь с вами далеко упрыгаем. Ну, кто там? Арбалетчики, блин, арбалетчики. Конечно, по магам стрелять. Куда же им еще бомбить? Ну, видим. Так, ладно, здесь прошли. Тут у нас опять арбалетчики. Да задрали вы уже, а? Только успевает треснуться, а? Кто тут? Так, големы. Фига там бомбанули-то. Слушайте, ну по мне так лично лучше пускай будут бойцы, чем маги. Вот маги это да. Устраивают какую-то жесть нам. Ну, резайте. А то сейчас все поляжете. Вы без воина здесь ничего не сделаете абсолютно. Только я вас могу прикрыть своим торсом от этих всяких тут небылиц. Так, 116. 116, значит, у нас кристаллов выпало сейчас. Так, возьмем яблочки, монетки. Вот, 1500. Да, ребята, еще 2000, и мы с вами сможем взять какой-нибудь предметик. Редкое оружие или редкую броню. Смотрите, тут воскрешение, яростный лев, портальный союзник. Также можно взять осколки. Вот, например, фиолетовый осколок, всего лишь один фиолетовый осколок. Стоит 2811. Ну не красота ли, а? Можно купить алмазы. Можно купить сундуки. Вот представляете, да? Я могу купить только лишь себе один сундук адепта. Это вот этот синий. Сундук мастера стоит 5000. Да, расценки, конечно, ужасные. Очень здоровые. Я не знаю, как тут люди будут вообще на что-то накапливать. Так, поехали тогда дальше. 46 уровень. Мощей 222. Ну там уже ребята, у которых за 250-270 мощей. Первым пройдут у кого там 500-600 тысяч мощей. Вот, наверное, где-нибудь до уровня 70-го поднимутся. А дальше все. Дальше тупик, я думаю, будет. Так, разобрались. Кто там у нас следующий? Опять. Ну вот самое плохое здесь в данный момент — это арбалетчики. Потому что они в магов бомбят. Смотри-ка, и голем тоже строчит, блин. Уже одного, а нет. Все на месте. Я думал, уже одного мага нету. Нет, пока все. Пока отлично идет. Да куда вы бежите-то все, блин, мимо, блин, моего воина? Совсем припухли уже. На корню. И заключительный босс у нас кто? Никого, просто шабла орков. Шабла орков, которая тут... Че такое? Че? Ё-моё, нифига, вы видели, что про... Охренеть, блин, у меня один маг выжил только. Да. Серьезные заявочки, однако, а? Так, ну что у нас? 120 кристаллов сейчас выпало. Итого в общей сложности у нас 1700.
1700, вот так вот. Константин, интересно, можно глянуть на него, нет? Хотелось бы просто... Ну-ка, вот так, может быть, можно? Блин, а как посмотреть-то? Черт, не посмотреть никак. Посетить только, нафиг нам посещение это нужно, да, ребят? Ну вот, смотрите, у него маги все эти в золотых шмотках. В золотых шмотках они бегают. Что-то крафтит себе там. Да, и, конечно, еще было бы хорошо, ребята, иметь не 5 воинов, как у меня, а 6. Тогда было бы еще проще. И быстрее проходиться стало. Ну, а у меня их всего 5, хотя уже у многих, ребята, 6 воинов. Даже как-то тут заглядывал один замок, он почти, знаешь, ну, не обустроенный такой, ничего, не прокачанный, но зато у него 6 воинов было. И мощей там, по-моему, 130. В общем, какая-то такая петруля. Ну, давайте тогда, что у нас? 47-й, блин, 47-й уровень, ребят. Ой. Поехали. Щит, оу, 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 оу. Совсем-совсем плохо. Совсем уже становится худо. Ёлки-ты-палки. У меня нет. Ресличков нет, ребята, все. Мы приплыли на лодочке с тобой. У меня остался только боевой маг. И все. Да. И все. И готовы. Разобрали нас тут. Как-то так. Ну что ты, что ты? Не знаю, ребят, до скольки будет этот ивент у нас идти. Без понятия. Я его тут можно снимать вечно. Тем более я, наверное, на 120 уровне остановлюсь. Пофармлю здесь немножко кристаллы. Ну а на этом, наверное, я буду завершать этот выпуск. И мы с вами увидимся уже в следующей серии. Если я смогу, успею накопить на сундук себе, то вместе и глянем, что из него нам выпадет. Хотя я больше чем уверен, опять обманут нас. Ну ладно, ребята, все. Всем пока и до скорых видосиков.